На обзор фикс прайс прикупил. Хлебные палочки с пастой шоколадно-ореховой. Сплет мини. Самое главное, здесь содержится палевое масло. Палочки, вручалочки. Там с кофейком или с чайком написано, где это было. Похрустим. И вот так. Зеленый чаек заварил. Пальцы не обжигали. Приятно с ним чаепитие. Хорошее настроение. Пасту можно было, конечно, побольше. Вообще-то нормально. Все продумано. Ладно, всем позитивчика.